Всем добрый привет. Дочка сичек наплела. Что там у тебя? Больно, что ли? Mm-mm. А что? У меня вылезла челка. Надо зажимки купить. Да я эти. Может, тебе дать из-под орхидеи вот эти крабики маленькие? Не, не надо. Можешь у орхидею какой-нибудь снять, прикрепить, мам разрешает. У меня есть. Есть, да? Я тырила. А? Я тырила. Уже а я и думаю, куда деваются мои крабики с орхидей. Все понятно теперь. У нас грибной суп. Что, дочь? Невидимкой заполнил. Надо сметанку? Нет. Майонезик возьми. Нет. В общем, у нас грибной суп. Острый перчик маринованный. Любименький постарался о любимой жене. Так вот его доставать отсюда до охренения неудобно. Ой, простите, пожалуйста. Ёпрсы-то. Вот засунуть его сюда однозначно очень легко. А вот высунуть его отсюда очень сложно. А еще у нас огурчики, как малосоленые, типа. Будем сейчас полчаса доставать перец. А что делать? Кому сейчас легко-то? Дочь, хочешь? Ну, вдруг ты залюбила. Что ты нос закрыла? Пахнет? Прям острым? Что делать теперь маме? Я отодвину. Кушай уж. Кушай уж. Аджичка собственного приготовления у нас с вами. Рецепт обещал на Яндекс.Дзене напишу. Пока некогда, погодите. Пока подписывайтесь и ждите. Суп у нас с маслятками с пару штучками и с лисичками с пару штучками. Ну, вкусный, зараза. Вот огурчики. Макарошки с фаршем. И это я все буду есть. Еще и хлеб. Надо хлебушек? Ты что, у меня сегодня на диете? Mm-mm. И аджигу не хочешь? Я уже кушала, я тебе говорю ее. И что, больше не будешь? Mm-mm. Сегодня не будешь? Mm-mm. А завтра? Завтра на завтрак. Видали? У меня ребенок на... Я вся покусанная комарами. Меня всю съели. Я только что с леса. Привезла мох и кору. Поэтому у меня так много, надо съесть. Девочки пишут: Люб, ты так похудела. Так похудеешь. Пока выпираешь, что мох, что кору. Красивый звук был. Но ездить на них я ужасно боюсь. Ну как они жужжат, очень красиво. Противный звук. Противный? Угу. Тебе не нравится? Значит, ты не гонщица, не мамина дочка. Соседская. Я больше машины люблю, чем эти мопедки. Нет, машины я люблю больше. Но звук вот этот, рычание, мне очень нравится. Ездить на мотоциклах я не люблю. Я их боюсь. Даже с папой на квадроцикле ехала и визжала, как поросенок. Угу.
Что не говоря, с маслятами вкусный, да, суп дача? Жидкий, правда, получился. Там что там? Я 10 штук маслят привезла вчера. И в итоге все выкинула, вырезала чуть-чуть, чтобы не было дырочек. Из 10 получилось пару вырезанных кусочков. Рановато еще. Дырка какая-то в огурце. Хорошо не в глаз стрельнула. Водичка из перца. Прям дракон. Открою вам тайну. Скоро еду к Танюшке Семеновой. Татьяна Семенова, Архагаличка ТВ. Она так везде записана, во всех своих платформах. Подписывайтесь. Интересный канал. И про стройку показывает, и про орхидейки, про цветочки, про все. На Дзене так, Татьяна Семенова, Архагаличка ТВ. Мне очень нравится ее канал. Не из-за того, что мы вместе там шуры-муры делаем с орхидеями, а вообще. Вот. И поездка к Танюшке будет для девочек донов. Для мальчиков, не знаю, может, подпишутся. Выложу это в ВК, в своем сообществе для донов. Доны – это платные подписчики моего сообщества. Там есть бесплатные подписчики, есть платные подписчики. Не путайте. Страница ВК и сообщество ВК – это маленько разное, но это все в ВК. Ссылка на ВК и на сообщество – и на мои ВК всегда есть под моим видео. Также есть все ссылки на другие мои соцсети. Как будто телефон звонит. Вот. И это видео, как мы будем засеивать, там еще чего-то. В общем, вся поездка к Танюшке Семеновой будет исключительно для донов в ВК, в сообщество. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь. Подписка — это поддержать автора. Там есть такая функция. Увидите, когда откроете мое сообщество. Написано «Поддержать автора». И все вот такие эксклюзивные видео. Какие-то еще розыгрыши. Все делаю для девочек-донов. Видео пока не очень там часто. Но чем больше будет подписчиков, тем чаще там будут видео, которые будете видеть исключительно только вы, мои платные подписчики. Ну, а что, Май? А я что, суп-то уже съела? Макароны просто очень вкусные. Я вчера их ела. И увлеклась не в той тарелке. Моя хорошая. Это не мы такие, это жизнь такая. Угу. Бесплатно я для вас на Ютубе, на Дзене. Ну, а кто хочет еще меня и поддержать в платном сообществе, пожалуйста, подсоединяйтесь. Чем больше вас там будет, тем чаще туда будут выходить видео.
Месячная подписка всего 100 рублей. Открою вам тайну. Чтобы вы не старались, не искали зазря, то вдруг кто-то будет против. Ой, девчат, так вкусно. А что не говори, а грибной суп всегда вкусный. Я помню раньше, сколько? Ну, лет 18-20 назад. Продавали грибы в брикетах. В таких, в прессованных. И их размачиваешь, и они разбухают. Такие были вкусные, мне они так нравились. Такая дурацкая музыка проехала, кошмар. Вот. Ой, огурчики получились вкусные. Огурчики у меня вот стоят в кастрюле. Этот рецепт все равно все знают. Холодным засолом из-под крана. Ну, как бы они у меня стоят, потом я их должна в банку переложить. Помыть и переложить в банку. Но это пробное. Следующую партию хочу делать. Опять стреляла. Прям в банках. Если вам интересно, пишите. Будем делать вместе. Но у меня дома сейчас не жарко и не холодно. Ночью вообще прохладно. Поэтому думаю, что они дней 15 будут стоять у меня на столе. Нужна жаркая температура, чтобы они хорошо перебродили. Ну, а дома у меня прохладно. Под прессом стоят. Вот я два огурчика вытащила. Малосольные стали вкусные. Ничего сложного. Положили все на дно. Сделали рассол. Не помню рассол сколько. Сто грамм, по-моему, соли. На 3 литра воды. Что-то забыла, девчат, как делала. Потому что не мой рецепт с интернета. И все, залила все это водой холодной. Ну, конечно, вода нужна хорошая, не хлорированная. У нас после грозы очень плохо работает интернет. Общий. Не могу зайти в ВК. Крутится колесико. И ничего не открывается. Девочки сообщение написали, а я не могу прочитать. Не знаю, сейчас перезагрузила телефон, Wi-Fi. Может включиться. Ой, как вкусно. Пусть мне будет плохо. Я что, острый перчик уже съела? Ну да. Ладно. Доставать долго, пока достаешь, уже все съешь. Это две баночки от Джиги оставила, которые
прокручивают крышки. Убрала их в холодильник. Огурцы пока прекрасно стоят. Засоленные. Убрала их туда, в шкафчик. У меня подвала нет. Такого ничего у меня нет. Поэтому храню все. Муж когда-то сделал шкаф в утепленном балконе. Весь балкон утеплил, а шкаф этот внутри не утепленный. Вот. Ну и там как бы попрохладней, чем везде. А еще написали, что мужу надо бросать курить, а то мы с дочей дышим его дымом. Спасибо, что беспокоитесь, конечно, да, но мы как-нибудь решим сами, кому дышать дымом, а кому нет. Кому бросать курить, а кому нет. Мы взрослые люди, представляете, и можем разобраться в своих желаниях, привычках, и все такое прочее. Поэтому спасибо за беспокойство. Короче, вы меня поняли. А еще написали, что в лес хожу, никого не боюсь, а кузнечика испугалась. Пока на меня они не прыгают, я не боюсь жучков на них смотреть, когда они ползают. Но если он на мне, у меня аж истерика начинается. Угу. Я в лесу была, попала в паутину. И вот такой вот паук, вот такой, сел мне на голову. Я его почувствовала, как он ползает. Хорошо, у меня руки были в перчатках. Я вот так вот перчаткой взяла, смотрю, паук. Если бы это были голые руки, я бы там, наверное, сознание потеряла. Либо заорала, как резаная. Точно, дочь зачихнула. Будь здорова, моя зайка. С Мартюшу вчера в лесу, наверное, штук 6 клещей сняла. Прям поверху, по шерсти ползли. А снимала, как вот так стряхивала. Ну, как чесала. И пока стряхивала, чесала, они на меня прыгнули, зараза. Хорошо увидела. Сами ползет. Быстренько так. Мартюша-то с таблеткой. Защищен. А я-то нет. Ну, лишний раз зачем, чтобы его кусали? Сегодня не взяла его с собой в лес, потому что я была в сосновом лесу. Там много елок, много иголок. Не хочу, чтобы он поранил лапки. Так что, мои хорошие, как засеиваются малыши. Орхидеек, как они растут. Эти видео будут исключительно для донов ВК. Дона — это не я так назвала, это так... Там ВК назвали этих людей, которые платно подписываются.
и поддерживают автора, ну, то есть меня или кого-то там другого, платными подписками. Общим планом, конечно, может, это покажу и в этих видео здесь. Ну, а более подробно все будет там. Кто желает видеть какие-то такие видео, которые я не хочу выставлять на всеобщее обозрение, подписывайтесь. Всегда рада. Вот. А грибов у нас нет. Еще рано. Я посмотрела видео за 2 года свои. У меня есть видео снятые, но не выложенные. Вот. Ну, тогда не было у меня моей жизни канала. Еще. Я для себя снимала просто Мартюшу, как мы с ним ездили. Вот. Все грибы вот такие у нас начинаются в конце августа. Так что до конца августа искать грибы смысла нету у нас. В березовых лесах они уже отошли. А в сосновых лесах они пойдут только, скажем так, осенние, да? Все мои поездки, привозы грибов всегда с конца августа начинаются. Так что буду спокойно работать, заготавливать дальше мох, кору. Зима длинная. А с конца августа мы начнем с вами собирать грибы, если они пойдут. Потому что вот сегодня была в лесу, лес уже сухой. Как будто бы и не было дождя. Вот. Но кое-где, смотрю, начали вылазить поганочки. Это уже неплохой знак. Раз вылазят поганочки, значит, все-таки грибница намокла. Пока она намокла, пока она разбухнет, как раз к концу августа они начнут вылазить. Вот. Вроде все вам сказала. Никого обидеть не хотела. Всех люблю. А, еще один комментарий был. Весь мукбанг ходит по кухне. Это мой мукбанг, это моя кухня. Кому не нравится, не смотрите. Вот. Все, всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Будьте добрее.